168 такі на спартакіадзе школьнікаў колькасны спіс удзельнікаў па вольнай барацьбе. Сярод тых, хто выходзіць на барцоўскі дыван магілёўскага алімпійцу, пераможцы рэспубліканскіх спаборніцтваў. Статуснасці надаюць і зоркі гэтага віду спорту, чэмпіёнкі Еўропы. Марына Шаўчук з Мінскай вобласці, Крыстіна Здункевіч з Магілёўскай. Тут яны таксама ў пераможцах. Ну, старалась, настраивалась, боролась. Все соперники одинаковые, надо же с кем-то попробовать бороться. Все было очень легко. Ну, я с ней уже боролась раньше. И как раньше были успехи с ней? Я выиграла. А за счет чего, как думаете, побеждать именно ее? Ну, не знаю, наверное, за счет техники. Крыстіна зараз навучэнка Бабруйскага вучылішча алімпійскага рэзерву. На спартакіядзе дапамагае нашай камандзе набраць заліковыя балы і ўзняцца на п'едэстал. Усе спадзяюцца на першае месца. Я думаю, што в этом году нам немножко сложнее будет. Омолодился состав, но у нас есть хороший задел, который был сделан в предыдущие спартакиады. И сегодня девочки борются. Я думаю, что должны показать хорошую борьбу и будем надеяться, что выиграем. После 6 дней спаборництва у программы спартакиады завершены только один вид спорта – мастацкая гимнастика. И тут команда Могилевской области – серебряный призер. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, новини региона.